Здорово, ребят, сейчас говенная погода, но я все равно снимаю для вас видео. Почему? Потому что вы крутые. И это видео посвящено тому, как накачать трицепсы. Знаете, что такое трицепс? Трицепс – это трехглавая мышца руки, которая отвечает за разгибание руки. А за сгибание руки отвечает бицепс. Все очень просто. Итак, друзья, есть три упражнения, которые я могу выделить для накачки трицепса. Это самые эффективные упражнения. Первое упражнение – это отжимание треугольником. Оно вроде так называется. И также второе упражнение – отжимание узким хватом. Сейчас покажу, как это делать. Итак, как я уже сказал, трицепс качают упражнения, которые работают на разгибание руки. То есть упражнение треугольник отлично подходит для накачки трицепса. А также второе упражнение, которое есть, это узкий хват. Это обычные отжимания узким хватом. И то, и другое упражнение можно отнести к одному виду разряда упражнений. Это отжимание узким хватом. Следующее упражнение – это отжимание на брусьях. В этом упражнении очень важно держать тело прямо. Оно не должно сгибаться вперед, наклоняться, потому что если наклоните его вперед, то будут качаться больше плечи и грудные мышцы. Поэтому мы делаем его вот так. Тело прямо. Именно вот так. И опускаемся прямым телом. Опускаемся до конца, чтобы мышцы разгибались и сгибались. Вот так это выглядит. В этом упражнении вы делаете 5 подходов по 15-20 повторений. Лично я так делаю. Но вы можете сделать немножко меньше, немножко больше. Зависит от вашей подготовки, от вашего умения. И третье упражнение теперь это отжимание на скамье. Короче, нашел немножко пониже скамью. Ну, не скамью, эту фигню, бревно. И, кстати, тут получше, смотрите. Вот тут лучше качается. Тут спина не задевает за это бревно. И нормально. Упражнение заменяет брусья на самом деле. И тело прямое, и вы просто делаете все прямо. И руки тоже прямо идут. Так что вот, спасибо всем за внимание, ребят. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Если хотите еще видосов, пишите, что хотите. Пока!